оппонента, и тренируется он у Ардака Назарова. И как мы с вами сегодня смотрели, в весовой категории 90 килограммов, все-таки не всегда молодая прыть берет вверх. Опыт тоже очень важен. И, да, удар только что пропускает боец в красных шингертах. Все-таки, и отвечает прекрасной двоечкой. Прекрасно было только что. Прекрасные удары обрушил на своего соперника. Ибрагим Сербиев в какой-то момент посмотрел, что соперник готовится к атаке, но не успел среагировать. И Мырза Еркенбек нанес несколько прекрасных ударов. Бой перешел в партер. В общем-то, боец в красных шингертах лучше себя продемонстрировал в стойке. А боец в синих шингертах сейчас активно пользуется тем, что находится в выгодном положении, и обрушивает град ударов. В общем-то, отыгрывая те очки, которые он потерял за пропущенную двоечку. Бросок. Ну, что-то особого сопротивления он не оказывает. Ибрагим Сербиев по-прежнему находится в невыгодном положении. Что-то опять остановил рефери поединок. Что-то ему не понравилось. Вновь он извинился. Мырза Еркенбек только что подскользнулся. Этим мог воспользоваться Ибрагим, но не воспользовался. Итак, Ибрагим пытается ногами схватить голову своего соперника. Перехватывает. Да. Мырза Еркенбек вырывается и вновь обрушивает свои удары на соперника. Здесь, в этом поединке, как мне кажется, все-таки молодая прыть берет вверх. Или у Ибрагима Сербиева не такой большой опыт за плечами лежит. И это вполне возможно только начало его спортивной карьеры, но что-то поздновато он начал. Болевой на руку в исполнении Мырзы Еркенбека. Удастся ему закончить его или нет, сейчас посмотрим. Старается изо всех сил. Все, в стойку. Время в партере закончилось. Не дотянул чуть-чуть Мырза Еркенбек. Чуть-чуть не хватило. Опять капа выпала. Возвращает секундант капу. Ждем продолжения. Бой продолжается. И сразу же проход в ноги в исполнении Мырзы Еркенбека. Прекрасно переводит Ибрагим Сербиев своего соперника. Вновь попытка схватить, блокировать голову ногами. Ну, по-прежнему Ибрагим Сербиев находится как бы за спиной своего соперника. Есть возможность провести удушающий. Причем руки там нет. Вторую руку для лучшего захвата
Подтягивает он. Удастся ли ему завершить удушающий? Нет. Вырывается Мырза. Ибрагим остается лежать. И второй раунд. Прошу прощения. Первый раунд подходит к концу. По итогам первого раунда я не решусь отмечать какого-либо из бойцов. Вначале себя прекрасно продемонстрировал Ибрагим, потом Мырза Еркенбек реабилитировался. В общем, посмотрим, что продемонстрируют соперники во втором раунде. Ибрагим Сербиев попытался вновь провести двоечку, которая в начале первого раунда раззадорила публику. Но не получилось в этот раз. Мырза был готов к этому. Я так подозреваю, что тренер все-таки предупредил Мырзу, что такое еще неоднократно повторится во втором раунде. И Ибрагим Мырза переводит бой в партер. Бросок. Но Мырза находится в захвате. Ибрагим достаточно результативно заблокировал своего соперника, что тот не может предпринять никаких действий. Он даже вырваться толком не может. Блокирован торс, блокирована голова. Вполне возможно, что сейчас... Нет, не завершится бой удушающим приемом. Караулит Мырза своего соперника. Попытка нанести удар. И, по-моему, Ибрагим приметил руку. Отдал, отпустил. Ну, там неудобно было. Мырза оседлал своего соперника, наносит удары. Ну, что-то Ибрагим не особо уж активно пытается выбраться, просто руки подставляет, чтобы не все удары все-таки долетели до его головы, часть осталась в руках. Вторая попытка скинуть с себя соперника. Не поднимает пока рефери бойцов стойку, ждет продолжения. Но что-то, по-моему, продолжения не будет. Пора бы уже их в стойку поднимать. Опа! Вот это перехват! Уже в исполнении Мырзы попытка провести болевой на руку. Но Ибрагим вовремя среагировал, схватил свою руку, не отдает, всячески держит ее. Посмотрим, насколько удачно. Мырза перехватывает, перехват, забирает руку. И болевой. Нет, удается Ибрагиму все-таки справиться с захватом. Минует он эту самую неприятную часть болевого приема. Все, в стойку. Ибрагим устал, заметно это. Даже вставать не хочет, рефери его поднимает, он вставать не хочет. Давай, говорит, хватит уже лежать. Ох, как нехотя он это делает. У него уже все силы закончились. Все, не будет он продолжать бой. Ну, блин, надо было тогда сразу сдаться на болевом приеме. Было бы, по-моему, более перспективно, что ли. А так он просто отказался драться. Это нехорошо для бойца. И победу в этом поединке одерживает боец в красных шингертах. В синих шингертах, прошу прощения, Мырза Еркенбек из спортивного клуба Alem Fighters. Напомню, ему 22 года. Тренируется он у Ардака Назарова. И бой проходил в весовой категории.